Виталя, рога есть? Нашел? Пока нет. Да. Wi-Fi есть? Ну что там интересного есть, что? Там просто лежанка. Samsung Galaxy S5. Хорошо, усовершенствованный. M5M, модернизированный. Ничего себе. И что, работает? Да. Класс. Только 2017 года модель. Уже походить к нему. Ага. Так, Виталий, кого тут посмотреть? Растерзали. Ух ты. А, ты да, так круто. Ну, в интернете уже не так. Так ближе, куда ты ходишь. А кто это? Что за музыка? О, шкура. Это как обнимешь? Ороги. Руки это спросит. Можно сделать бахилы. Ну, я просто когда приезжал со своей семьей, у меня семья, так, бывает и больше, у меня 8 детей, нет, 7, сейчас 8 должно быть. Пожалуйста, тарелочки. Правда, сейчас мыши ими тоже начали пользоваться, то это помогут запеть. И когда этого не было, со всем матрасами стели. А весной тут разливы вообще, так музыка такая, пение там птиц, лягушек. И наслаждайтесь, да? Ну, комаров. А интересные какие-то штуки, я первый раз вижу на окнах. Ну, это они откручиваются и вынимаются. Ну, это когда кто-то штору поднимает, думает, о, тут залезть, это ну не так-то просто. Ну, то есть тут закрутил. Ну, то есть вот так. Буржуечка, да? Да. Ну, мы ждем сейчас сахарную. Сейчас как бы планируется сделать вообще 5 на 5, то есть домик вот на этой вот горочке. Ну, планируем. Со вторым этажом, то есть внизу такая комната, сидишь, окна наблюдаешь, там птицы летают, плавают, лодки стоят, там море плещется, камин горит. А на втором этаже так вот раз такой проход, короче, такие стеллажи сеном забиваем. Может быть каким-то брезином или как, или уже спальник прямо на сено, бабах. И окна побольше надо делать, чтобы... Орлов фотографировать там было в другом месте. И я с одним литовцем сидел. Ну, мы сели, еще темно, начинается рассвет, летит. Ой, сидим, это рысь кричит. Ну, это уже по весне, март. И с той стороны, получается, тут все было залито водой. Вот эти вот поля, вот полностью это, и только где дороги, сухо было. Так смотришь, тут как озеро. Тут эта вышка такая, вот с этой стороны... Туда тоже все залито было.
Но они там делают реконструкцию. Сейчас еще до насоса устроят. Ну, уже будут включать по полной. Ну, эта сторона все равно тут она как более-менее затапливает затату. Вообще, ну, тут птиц всяких много. Для туристов интересно. То есть, орнитологи, они приходят тут. У них время на полдня с рассвета и на полдня они ходят, смотрят. Там вечером уже, ну, я думаю, это может одна и та же рысь. То есть, мы переехали и слушали, как совы кричат, и эта рысь, она уже вот как-то так прошла и там шла в другом месте. И мы стоим, и я так порявкал, и она еще больше стала. И все, и к нам идет. Ну, темно было. А есть видео, это у меня на Фейсбуке, сколько, в прошлом году, что ли, я сидел, не помню. И пришла рысь на, ну, вообще на метр ко мне. Ну, и так сидит, я так, ну, то есть идет. А, я сижу. На глухаря под елочкой спрятался, так замаскировался сеткой. Два глухаря сидит. Ну, они вот такие пуганые, должны слететь и по земле ходить. Но они что-то не слетают, видно, эта рысь там околачивается, они уже, ну, боятся ее. Получается так, что сижу, два глухаря сидит. Ну, я жду, сижу, все, ну, они меня не видят. Косули бегут, стадо, бум-бум-бум-бум, возле меня близко. Ай, думаю. Ну, я на них как бы не обиделся, но как бы такое чувство, думаю, я их много перефотографировал. Даже не буду смотреть в их сторону. Ну так, шевелишься, чем меньше шевелишься, тем меньше это. И они так пробегают, может, метров 7 от меня, не знаю, там 5 штук, может, было, как раз пробежали. А я так отвернулся, еще даже не смотрю, думаю, ну ладно. Ну, слышу, еще одна беги, думаю, тоже не буду смотреть. Ай, ладно, она так с другой стороны. Ай, ну ладно, посмотрю. Поворачивается эта рысь. Она такая так шух-шух-шух по земле, такая, ну, так прижимается, так бегит, ну, как бы петляет. И на чистом таком. А у меня фотоаппарат и телефон, по телефону. Сидел я, всегда библию читаю. Думаю, на что снимать? Фотоаппарат не щелкает зеркальный. Я чик-чик включил камеру, пока она загрузилась. Она села и так крадется. Чик-чик. Крадется даже, да? Я так сидел, она сзади. Я когда поворачивался, очень тихо было. И вот этот шорох, она вот. Этот шорох, да, она даже почувствовала. Да. Так раз смотрю. Я так смотрю. Она такая, ну, раз, пожалуйста, как придется, так и прижимается. Так. Нос подымет, нюхает. Я беру. Телефон загрузился, потом. Чик. Ну, она подошла и веточку, нюхает эту веточку, которая. Ну, она вас видела уже? А? Видела? Она просто шорох слышала. Ветер на меня дует. И она вот думает, что-то такое, может заяц, может косуль, может кто. И она такая вот, ну, так крадется, чтобы за добычей. И потом так понюхала, раз поворачивается и так чик-чик убегает. Ну, уже боком идет, я так поднимаю. Ну, вот кассетка маскировочная, чуть камуфлированная, я так раз снимаю. Снимаю, она так, ну, и посвистел, хоп, поворачивается на меня, смотрит. Отвернулась так дальше, ждет, опять посвистел, опять. Ну, есть так вот. Есть такое видео. И говорит, так смотрит, и говорит, я на нее смотрю. И говорит, друзья, нету ничего. Говорит, я так, говорит, тихонечко, так, боком пошел. И потом эта рысь, она в деревне собак покусала, что-то там дралась. Оля! Я такая осторожная. Везде нет. Кого уже не стало? После того чего? А? Самолет здесь по. Тут получается раскапывали, где-то там где воду откачивали. Палец там. Не смотри американские фильмы. Нет, тут алюминий будет цели. Но это не точно. Да быстренько перебежать можно еще. Ну быстренько пару там. Пару движений там. Это на скользь. Ну как же? Если кто-нибудь много, то один из десяти может подсобиться. Так он снимает. В надежде. Главное, чтобы один из десяти это не был снимающий. А то все будет зря. А здесь какая глубина вообще? Виталий, можно же проверить. У нас метр есть. Метр? Ну,
А здесь будет метр? Будет. Будет. Метр с кепкой. Есть серьезно? Если лечь. Его палку туда ушла. Кидай, конечно. Так, Виталий пошел. Давай. Оп. Так вышибалы в детстве играли? Не знаю, кого снимать. Ой. Кто будет красивее тонуть? Кто смешнее? Кто красивее? Это говорит, вы не. Все, вот. Держись! Да все нормально. Набрал воды? Поймал? Да. Чуть-чуть поймал. Этот не буду плавать. Не набрал. Ну, выливай. Да сейчас уйду. А что на него там будем кидать? Есть. Чего? Да? Все, тут тебе покажу. Мясо едят. Клюку? Аккуратно. Кислячая, да? Сейчас там вообще-то как горка пойдет. О, интересное тут местечко. С болота в сосновый лес пришли. И воду не пойду. Ну что, Виталий, как обстановка? Нормально все? Да они мне дают горелку ее запалить. Кто? Покажи. Да никто не дает. Давай сейчас пойдем разберемся. Поджигай. Ну, за 250 километров. Но зажечь не килограмм дают. Тяну и не дают мне это. Не килограмм, меньше. Ты же взрослый меньше человек. Возьмешь. Наконец-то, Виталий. Самый радостный момент на сегодняшний день. Я уже ждал, когда тебе этот популяр целый. Наконец-то. Так давай, рассказывай. Это короче, примус PS1. Ага. Он в таком чемодане идет. Сейчас, секундочку. Так открываешь. Угу. Это регулировка пламени. Ага. Но она тут... не работает, похоже, она не сильно надо. Ой, Виталий, звездный час. А это регулировать пламя и еще чистить форсунку. Как-то там крутится что-то. Это... главное, что отбежать подальше. Это опция. То есть это уже... опция. Да, это уже не... в этой версии это не работает. Зачем, если Виталий есть? Шайтан машина. Берем бензин. Горит на компоте. А есть спички у кого? На компоте. Я нет. Спички надо? Ну, или спичек не гать. Заливаем сюда топливо. Еще какое-то количество. А, ну и немного вот сюда, чтобы для прогрева. Главное, если взорвет, чтобы... Как ты говорил, называется убийца туриста? Смерть туриста. Смерть туриста. Правда, наверное. Да. Это закручиваем. Что-то мы как-то ставили сам лету, конечно, классно. Ну, тут ветрозащита устроена. Да, у меня нет. Закрывай, она как раз актуальна. И это... надо спички еще. Есть у кого? Где? А, вот. Сжигаем. Баба! Блядь, как-то может бензин гореть? Во, пошло. О. И оно сейчас идет, это прогрев. Ну, вот, прогревается. Штуковина. Реально смерть. Спасибо. А ты уже здесь целый, Виталий? Ну да, вроде как попробовал. Саша повел. Неудачный был, не смерть. Там же оператор был. Не, нормально, нормально. Это... что-то ячик. Да нет, не бойтесь.
Вот она сейчас начинает. Уже можно ставить кастрюлю, в принципе, что-то начинать готовить. Но это ее не штатный режим, это она чисто прогревается просто. А вот когда она прогреется, вот сейчас начнет выходить пламя. И прикроет, это надо. Ветром не задувало. Главное, чтобы не ее не закрылось. Ну это уже горячий еще. Не, она нет, на максимальной она стоит сюда. Прогреться. Да, она прогреется, на всю катушку будет херачить. Ну вот оно сейчас, видите, из комфорки уже пламя горит. Короче, вот все. Нагрелся и там давление. Да, и все, и оно пошло. Оно вышло на рабочий режим. А там, чтобы это самое, там крышка со стравливающим клапаном, да? Да, там защитный клапан, но я не знаю, работает он или нет, я не проверял. Ну все, где кастрюлю надо? Все ушли. А, все ушли? А что? Бля, надо как-то тушить. Закрывай просто. Главное теперь, чтобы в рюкзаке не загорелось. Дислокация. Виталь, ну я думал, ты посмелее, конечно. Но... Нет времени. Я понял, да. Да. Не для эксперимента, да? Время. Сотый столб. Сотый переход. Мило. Круто. Желтенькая такая, да? Ягодки так там это, еще. А это березовая ветка, это или ее, нет, собственно? Нет, это паразит. Так он прям с березы растет вот так, да? Да, да. Букет, как букет. Блин, вообще классно. Забирай. Смотри, не трогай, как тебя шерец. Прикольно. Ну, кстати, да. О, ягодки, кстати. Вот, вкусные. Съедаешь и все. А что, ну, нельзя, думаете? Ягоды. Можно, только один раз. Второй раз уже не попробуешь. Чужой фильм. Если горькое, то, значит, ядовитое. Ну что? Ты зернышко, главное, ешь. Фу, не, ну вот такое. Не, если горько, это нафиг. Не, блин, прикольно. Первый раз такой. Что, не хочешь себе подселить такое? Так ты себе подарил. Ну. Так Виталий уже съел зернышко, уже все. С головы вырастет теперь. Кстати, хорошо, если с головы вырастет. Паразиты. Ну что, забирай. Веник в баню, кстати. Так оно тяжелое, кстати, довольно. Дай полегать. Смотри, я вот возьму. Ого. Нормально такое. Интересно, а если вот в вазоне посадить дома такое? Будет расти. Ну ты, Виталий, даешь, аж земля зашаталась. Это у тебя столько силы после этой ягоды, да? Этой.
Ну это такой посерьезный переходик. Пару километров до машины. Пару километров. Виталий, может ты в сапогах всех как думаешь пройдешь так, не? Вот так. Ну. Вот смотри, шел лось вот чуть дальше. Видишь, он раз сейчас. А кто у нас лось, сам лось? Ну, может, ты. Спутники поймал. Точно 6 метров. Здесь мелко. Точно 5. Норм для телефона. Ну, вообще красота. Виталий, ты должен так вот перейти. Да, Виталий, так будет нормально. А так проще, бочком или... Больше ползком, на четырех. С обезьянки. Видимо. Да? Ну, какая-нибудь, как бы, катапалка. Катапалка поперек, бери, как она доходит. Поперек возьми и иди. Красавец, красавец. Я на камеру работаю. А что это? Давайте палками кидать. Ну я вам стой пойду. Батальоны же пошли. Давайте проверьте на прочность. Виталий, иди просто так. И это там. Не на палку забрать. Так, можешь снимать на одно, такой себя. А чё экран погас? Нормально, она снимает. Да? Это посох этого, бутылка. Тренируется. Слушай, тут кусты. Не скользи, останови ногу. Ты видишь, тут... Иди, пока она под тобой уйдет. Сразу дай ему кусок. Нет, так не кидай. Во, все нормально перелетит. Не кидай, не кидай. Я кину, все перелетит. Да не надо, ну. Давай я перелетит. Да вот пусть перенесет. Ну да, тут интересно. Не жмись. Виталий, что произошло? К чему такая истерика? Она препятствовала нашему прохождению. Я понял. Ты просто облегчил путь на обратный, да? А мы обратно расчистил дорогу. Птицы их едят и переносят на другие деревья потом семечки. Ведь вот амелии, но они прилипают. И потом они да, ходят в туалет на веточке, они вот да. Так чуть-чуть да. Прорастают. Птичий помет, он же липкий такой, ну. Если на машину попадет, так потом... Ну, нет, так иногда. На, может, только мокрая тряпка. Виталий, ты еще хотел сказать про ягоды. Каким они целебным способом? Да не, я не знаю. Ты же мне там... Он мне рассказывал, да, какие-то целебные свойства есть у них. А еще, ну, важно, что у них... У них свой собственный фотосинтез происходит. То есть они не такие же паразиты. Они только минеральные вещества и воду тянут из березы. Ну, сок березы вытянут. И нередко деревья высыхают. Ну, нередко высыхают, к сожалению. Ну, просто береза еще не приспособилась. Ты будешь вести свой канал на Ютубе? Так он уже везет, уже все, да. И... Правда, Виталий название плохо запоминает, но ничего. Ну, вот они, эти ягоды, да, то есть вполне возможно, что они для человека не ядовитые. Ну, ты вчера одну съел, нормально. Ну, я так языком только дотронулся и чуть не плеванул. Да никакого вкуса не почувствовал. Значит, ты второй человек это съел, да? Нет, попробуй.
Ну что, пойдемте. Виталий, забираешь с собой? А еще можно веники. Вот в ванне париться хорошо. Да вот. Лучше березовые. Да, так а береза, почему березовые веники делают? Оно вытягивает те же самые минералы и обладает те же самыми свойствами, что березовый веник, только оно уже... Только концентрированное. Оно уже растет в форме веника. И поэтому вот эта ручка, тут рукоятка, вот тут, то есть самый лучший веник в бане. Виталий, слушай, я представляю, если ты придешь в баню с таким веником, на тебя будут смотреть. Не, скажешь новую разработку, будешь продавать. Да. Как вы наладите подъемное дерево и съем этих веников? Причем он прочный. Кстати, да, это задача уже Виталия посложнее. Как их снимать? Вот. Как снимать веник этот? Снимать? Так собирать надо. Ну или... Да, это ж опасная работа на высоте уже. Веники это дорогие. Дрон, смотри, на твой дрон. Ну пойдем на потихонечку. На твой дрон надо поставить лопасти металлические. И затащить их. Острые затащить. Ты не затащил ночью? Ну пока нет. Не было. Я опять проспал. Все, Виталий. Не было бруска с собой. Тащили на ваганке. И ты их затачиваешь. Ну, я не знаю, титановые там какие-нибудь надо. Легкие, чтобы были. Легкие, острые, но прочные, чтобы можно было ими отрезать это, вот ветку березовую. И все просто дрон... Как называется это растение, напомню? Амелия. Амела. Ну, Виталий предупреждал, что с названиями не очень. Получается, ну, подлетаешь дроном к этой ветке, вот так вот и делаешь лопастями, перепиливаешь, и все, она падает. А потом ты выходишь, собираешь. Все, вот. Ну, и чтобы дрон сразу координаты запоминал, где он это сделал. Слушай, его надо в бане распаривать, этот веник? Нет, он уже распаренный, сразу растет. А целебные свойства, знаешь, какие он может обладать? Ягоды или веник? Веник. Ну, такие все те же самые свойства, что у березового веника. В полном объеме. А ягоды?